серии игр Лего есть задачки посложнее иногда. Не всегда, но иногда есть. Где ты действительно сидишь, тупишь и не можешь понять, что не так. Так, я достал часть. Ты найти недостающую часть, ты получаешь заслуженную награду. Теперь ты строишь злой тотем вон там. Почему я должен это делать? Почему вы это не делаете? У меня такой небольшой вопрос. Ой, стоп, нет. Каталог объектов для заданий. Злой тотем. Хорошо, хоть место дают еще, типа, где их строить. Ой, как страшно. Ну, так и, что дальше? Теперь добавить свет в среднюю часть храма и призвать лунное око. Честно, я не совсем понимаю, нахрена мы это делаем. Хотим этого короля впечатлить или как? Ладно, пошли. Красочный жезл у нас от кисоньки есть, почему бы нет? А, это Лего дупло, точно. Ай-яй-яй. А ну-ка удерживать X. А, X, Y, B. Получается, зашибезно. Б-б-б. О, здоровье валяется. Так, жезл, 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 жезл. Так, стоп, надо его со всех сторон раскрасить, да? В принципе, это несложно. Немножко накладно, правда. Так, форма месяца какая-то тут. А, вот что, мы типа дверь пытаемся открыть, и типа сейчас взяли форму месяца, теперь надо форму этого, солнца взять. По идее как-то так, да? Я правильно понял? У твоя хорошо выходить, осталось еще раз. Теперь ты отправляешься в храм Возвышения Солнца, там ты встретишь другого проводника. Я понял. Вот в этом конкретном моменте Лего игра начинает немножко разочаровывать, потому что... А, хотя нет, оно ж рядом, окей. Не сильно тогда разочаровывать. Просто в такие моменты, это называется, мы хотели сделать игру подлиннее, но ничего не придумали, кроме как сделать, типа, две штуки, которые вы будете просто игроки ходить и фармить. Ну, типа того. Ну, заниматься херней, грубо говоря, гриндом. Могли бы уже сделать мне там проход дальше, типа того. Ты найти меня! Серьезно? А ты не прятался? Я не мог помочь другу. Друг спускаться в подземелье храма в одиночку. Я ждать здесь. И? Нам надо тоже раскрасить какую-то хрень там, да? О, не, ну это хотя бы более разнообразно. Ну, хотя бы храм какой-то. Стрёмный. Так, а что здесь? Подожди. Причем нам показано, что туда вроде как надо. А, тут часть этого храма. Так, можно целиться. А, так, для решения головоломок надо красить объекты в определенные цвета. Вот, это то, о чем я спрашивал. То есть, будут ли здесь какие-то головоломки, завязанные на цвете? Это клево. Вот это то, как раз таки, что я и спрашивал, когда нам дали этот жезл. Типа, а будет здесь такое? Сейчас только разобраться бы, что тут надо. Конкретно, да? Так, раскрасили. Туда дальше эта штука пошла. Синий цвет нужен. Ярко-голубой. Ой, стоп, стоп. Ярко-голубой на X. Дальше идет. Теперь нужен красный. Ярко-красный. Поехали. Теперь какой надо? Теперь надо желтый. Ярко-желтый. Принято. Теперь надо ярко-зеленый. Хорошо. А теперь надо фиолетовый. Ну, звучит несложно. Да и выглядит тоже. Ой, там суперблок. Надо забрать. Нам же надо какое-то определенное количество суперблоков, чтобы перейти на следующий этап, на следующий уровень. Так, это мы, по идее, сделали, да? Где там был суперблок? Где там он был? Я его отчетливо... А, ну подожди, а мы туда не можем пока пройти. Какой-то жесткий храм. Так.
Интересно. И как это должно здесь выглядеть? О, суперблок. Его мы сейчас заберем. Ну, просто он как бы особо не прячется. И вот тут нефиг делать забирать. Так. Хороший вопрос. Что тут надо делать? Ясно, что надо красить. Надо, наверное, просто цвета, какие здесь указаны, в их покрасить, да? По идее. Ярко-зеленый, ярко-зеленый, ярко-фиолетовый, ярко-фиолетовый, да? Вроде да. Так, вторая статуя, по идее, готова. Ну и теперь, по идее, сам храм солнца готов. Прикольно, на самом деле, такие головоломочки. Чувствую себя каким-то Индианой Джонсом, который лазит здесь по каким-то подземным храмам в поисках сокровищ. На самом деле, не сокровища мы ищем, но это не важно. Так, я суперблок хочу забрать. У нас здесь написано 12 из 14. По идее, нам надо будет... как это называется? Еще 2 собрать, чтобы свалить с этого уровня, да? Ну, по идее. Так, монетки это не особо интересно. Давай! Вы, гребаная лего-дупла! Как я вас не люблю. У вас еще лут падает. Так, жезл. Ехали. Разукрашиваем со всех сторон. Тут, по идее, надо со всех 4 сторон его разукрасить. А, или нет? Даже достаточно звук. Так, и вот алтарь солнца зажжен. Отлично. Теперь мы можем пойти дальше пройти. Так. Я даже, наверное, отсюда пойду. Так, стоп, тут суперблок был. Где-то прямо здесь. О, дупло, ты что здесь делаешь? Гребаное лего-дупло, оно везде, оно захватывает наши миры. Так, еще один суперблок, а по идее мы уже можем убираться с той планеты, да? Ну, там еще один сверху, кстати, блок. Мы, кстати, можем его забрать. Это несложно. Благо, двойные прыжки у МТ есть. Да блин, сейчас. Вот так. И вот так. Так, необходимое количество блоков собрано. Это было несложно. Узреть врата в заколдованную деревню открыты. А теперь, друг, иди в заколдованную деревню. Ту самую, что ли? Да, ту самую. Так, и что дальше? Теперь мы можем с другой стороны выйти, да, получается? Так. А мы отсюда зашли, разве нет? Вроде да. Да, мы отсюда зашли. Кстати, по лесу походить нельзя. То есть только по дорожкам. О, привет. Дина, друг. Так, что тут уже? Все нормально? Приготовься. Пройдя через эти врата, ты не можешь вернуться. Если только тебе не удастся победить привидение, что за ними, тогда возвращаться сколько твоей душе угодно. Посмотрим, что тут у нас такое. А, Рекс разрули сейчас, да? Что? Что это за хрень? Какой-то здоровенный хамелеон. Так, кисонька, превращайся. Нам срочно надо развалить босса.
Так. Ага. Он хавает какие-то плоды. И дальше что? А, надо покрасить нужный цвет? Это мы умеем. Тут я вижу бананы, яблочки какие-то. Так, а где остальные наши герои? Я не понял, что один. Так, жезл. Так, а какой цвет тебе нужен? Зеленый? Так, ярко-зеленый. Так. Вроде готово. Ну, так как хамелеон... А, да-да-да. Понял, то есть он зеленого цвета сейчас, хамелеон, хавает зеленые какие-то предметы. И сейчас будет дамажиться, так как они шипованные. О, да, нехорошо зашло, да? Яблочко такое, отравленное оказалось. Все, можно тебе из рая выгонять. Так, теперь он красный, да? Ох, ё-моё. Тут есть яблоки, жри яблоки. Не трогай меня, я невкусный. Я же из пластмассы. Охренеть. Кисленькая, эта палочка может спасать нас, нет? Так, а фрукты тут вырастают заново. Так, сейчас мы покрасим. Еще во что-то. Так, красный тебе нужен. Ярко-красный. Принято. Давай красься уже, сколько можно. Ё-моё. Что с камерой, я не понял. А, он атакует. Теперь он желтый. Да успокойся ты, сумасшедший. Так, теперь он желтый, да? Я просто тупо не успеваю. Дай, мать, не-не-не. Да почему оно не красится, алло? Вот, готово. Так, кушать подано. Что, невкусно, да? А надо водицей запивать. Так, нам теперь надо к языку пиво подойти или что? А, да-да-да-да, опа! Нифига себе, Эммет у нас какой отчаянный. Тут, значит, Тарекс таким должен заниматься. А не Эммет. Ну, ладно. Эммет крутецкий у нас. Так, стоп. Не-не-не, наверх. И сюда, отлично. Офигеть, вот это тут, блин, постанова пошла. Это хвостик его, да? Так, вижу следующую точку, куда прыгать. Есть. Тут получается каждый босс, это такая вот небольшая голова. Я как будто Shadow of the Colossus сыграю, а не в Лего. Или, возможно, разработчики Лего подсмотрели эту идею у разработчиков Shadow of the Colossus. Типа, вот эти приколюхи всякие. Касательно того, как типа боссов валить. То есть как к ним там забираться и так далее. Ой, что это? А, я понял. Стандартная фигня. Ну как и у того босса, по сути. Предыдущего. Как и у большого динозавра. Все боссы, в принципе, я так понял, одинаково разваливаются. Но это прикольно. Необычно. Так, готово. Сколько раз тебе еще надо так вальнуть? Надо парочку, да? Так, тихо-тихо-тихо. Мы падаем четко на арену битвы. Так, дружище, давай. А, я понятно. Сначала побить. Вот, конечно, бы стадии сражений с боссом я бы сделал поменьше. То есть я бы уже сделал так, чтобы вот мы к нему забрались, мы ударили и все, ему достаточно было. А сейчас, если будет стадия трех цифр тогда с боссом, вот это будет обидно. Потому что это просто долго, растягивается игра. Так, какого он там цвета? Да, блин, Эммет. Желтый. Причем, заметили, оно не красится. Давай, красить. Да оно не хочет краситься. Я стою, блин, оно не красится. Что за прикол? Вот все, он теперь другого цвета.
Из-за того, что он как бы, ну, жезл же, я четко попадаю по яблоку, оно же должно красить. Фигня какая-то, если честно. Так, ладно, сейчас он какого там цвета? Зеленого? Ой, блин! Совсем забыл, здесь же еще лава. Так. Короче, такого впритык не надо стоять. Этим предметом, какие ты хочешь красить, они все равно не будут краситься. Так, готово. Кушать подано, как говорится. Ой-ой-ой. Какая-то волна пошла. А, я понял, после волны надо туда прыгать. Окей. Понял, принял. Давай еще разок. Давай-давай-давай, Мэтт. Есть, готово. Так. Следующая стадия, поехали. Надеюсь, не будет третьей стадии босса. Это будет немножко обидно и долго. Ого. Офигеть. Конечно, эти вот элементы паркура с боссами реально классно сделаны. Вот это мне очень нравится. Потому что реально прикольно сделали. Давай-давай-давай, Эммет. Чуть-чуть осталось. По идее. Я не знаю, сколько еще надо будет его валить вот так вот. Надеюсь, это последняя атака наша будет. Так. И еще разок. По идее, все. Ну все на сколько? А, нет, все, босс готов. Ой, подавился. И птички залетали. Так, отверженных боссов свои хозяева дупло забирают, да? Ладно. А, все, мы можем уходить. Хвала другу, чемпиону заколдованного города. Да, это я. Нам еще дали блок. Так, все 14 блоков забирай. По идее, все, это как бы... Я как так понимаю, здесь получается... 16 из 50. А, это здесь всего 50, да? Я так понимаю, короче говоря, каждый уровень здесь минут по 40 идет. Это, ну, на вскидочку, да? Ну, как вы поняли, я это буду делать... Резать? Потому что мне как-то не хочется видосики по 40. Стой, Эммет, ты куда... Минут закидывать. Подожди, а где там был суперблок? Он хрен знает, где там на отшибе, видите? До него допрыгать можно, я хочу забрать их просто. Так, а ну подожди. Ага. Вот так вот обходим. Да блин! Эммет, что ж такое-то? Построй себе, не знаю, типа ледоступы, которые бы защищали тебя от лавы. Знаешь, как удобно было бы. Так, хорошо. Не-не-не-не-не-не-не. Тут иногда непонятно, куда ты прыгаешь. Так, блок забран. Отлично. Там еще где-то, кстати, блок. Что это за место такое? За храмом. Так, ну прикольно. Мне на самом деле нравится вот это новое построение уровней. Это заберись же ты туда. Есть. Мне действительно нравится это новое построение уровней. А, стоп, тут сундук еще. То есть, так сказать, уровни типа в открытом мире строятся, и где ты просто выполняешь какие-то задачи. Головоломочки решаешь. Блин, минус один лутбокс. Ну ладно, хрен с ним. Не сказать, что я их так сильно люблю. Так, и здесь еще блок. А как его забрать? Сундуки тут всякие, вон, блин, дохренища их тут просто. Надо, кстати, пойти в магазин, вот эти вот части что-то с ним сделать. Ну или реликвии пооткрывать. Наверное, они что-то отдают. Прикольное. Так, есть, блок забран, отлично. Ну что, на этом, в принципе, думаю, можно закругляться. Что нам тут открыли? Ага, красочный жезл. Наверное, что-то еще будет, да? Тут просто столько всего.
Причем непонятно. У нас тут подсвечивается, что что-то еще есть. Но ничего я не вижу. То есть... Сейчас, где? Вот, видите, там подсвечивается, что что-то еще есть. Какие-то еще новые предметы. Кстати, кисонька открылась. Ей! А, кстати, у нее атака такая же по площади? Не, не такая же. В первой части она прям своей головой здоровенной брала. Так, типа, не сила все. Да, блин. Наверное, самый классный персонаж Лего фильма вообще. Что первого, что второго. Кисонька. Она просто самая офигенная. Так, ну ладно, на этой ноте давайте закругляться. Продолжим прохождение уже в следующем видосике. Огромное спасибо всем и каждому, кто смотрит, кто подписывается на канал. Если вы тут еще впервые, то обязательно подписывайтесь. Спасибо всем, кто дергает за колокольчик, который уведомляет вас о выходе новых видео на канале. Кто оставляет свои лайки и комментарии. Ну и спасибо всем, кто заходит в группу нашу ВКонтакте. Если вы еще там не бывали, то по ссылочке в описании обязательно заходите. Ну а на этом все. Всем удачи, ребят, и всем пока. Увидимся в следующих видосиках.